Я имел непосредственное отношение к этой трагедии по той причине, что я являюсь ликвидатором. Июня 1986 года мы уже были на станции, ликвидировали последствия аварии. Радиация – это тот враг, который ты его не видишь. Он вокруг тебя, он проникает в организм. Ну, конечно, кто был помоложе, иммунитет был покрепче, тем более легко переносили. Кто был постарше, а возраст был разный. Вот у меня самому старшему во взводе было 45 лет. Самый молодой, это был я, 24 командир взвода, еще старшина был 24 года. До 1986 года этому внимания практически не уделялось никакого, но после такой катастрофы и МЧС, и гражданская оборона в то время, и сейчас МЧС, сейчас на уровне. У меня сын служит в МЧС, поэтому я не понаслышке знаю, что сын Никола, старший сын Никола, оба военные, поэтому внимание очень огромное уделяется этому. Ну, все зависит от государства. Государство сейчас, я считаю, что уделяет внимание защите безопасности. Попал я по сентябрь 86 года. Вот. И по октябрь 86 года. Вот. У нас было с городни 3 человека. Вот. Сейчас осталось 2. Я, значит, сержант спецподразделения, вот, как бы сейчас называется это, ВКС. Ну вот занимались мы, значит, уборкой территории от зараженной пыли. У кого было слабое здоровье, вот, те ушли быстрее. Вот. Ну а мы как бы еще существуем, вот, и теплимся. И дай Бог, чтобы всем остальным было то же самое так. Хорошо. Когда пылала синева, когда герои сбили пламя, чтобы земля была жива, скорбит в молчании страна. Мы славу воздаем героям и сохраним их имена.